Приветствую вас и ваш текст, ваш вопрос можно рассматривать в нескольких позициях. Первая позиция заключается в том, что вы не задаете вопрос, то есть кроме только того, что спрашиваете, как быть вам, но чтобы понять, как вам быть, нужно увидеть более полную картину того, что с вами происходит. Понимаете, да? О чем идет речь? Более полная картина того, что происходит, будет видна только после разбора вашей ситуации, полного разбора, вот, потому что до тех пор это выглядит только как некие такие, знаете, урывки, я бы сказал, проблемы. Вот. То есть, как бы проблема есть, да, но она заключается не в том, что вы описываете. Проблема заключается немножко в другом, она более глубже находится. Но вопрос в том, насколько вы к этому готовы, да? И ваш запрос, как вам быть, свидетельствует о том, что вы скорее не готовы к тому, чтобы что-то менять, чем готовы. Вот, хотя я был бы рад быть неправым, был бы рад ошибиться, вот, но, как показывает практика, когда вы говорите, как быть, то есть все, вы прикладываете ответственность себя на нас, вот, и все, по сути. По сути, значит, вы сейчас играете в игру «Спаси меня», «Поменяй меня», вот. Можете об этом посмотреть в интернете. А дальше. На работе, пишете вы, сложилась такая обстановка, что часть сотрудников уволилась, новых еще не приняли. Ну, понимаете, Ирина, вот что значит часть сотрудников уволилась? Вы говорите, что у вас было 8 человек, а сейчас стало только 3. То есть уволилось 5. И уволились они, эти люди, я так полагаю, не просто так. То есть они уволились, потому что, ну, на это были причины, вот. Я так подозреваю. Вот. И если были причины для того, чтобы уволиться, то, соответственно, нужно эти причины вам для себя разобрать. Потому что от них, от причин зависит то, как будет выстраиваться в дальнейшем ваша жизнь. Вот. Понимаете? То есть здесь ситуация именно такая. Здесь ситуация именно такая.
Не сложилось просто так, что уволились, да? Ну, там, кто-то уволился. А почему-то уволились. По какой-то причине уволились. Понимаете? Ну, люди. Вот. И нужно знать, что это за причины, почему они уволились. Например, почему уволились они, но не уволились, допустим, вы. Вот. Это важно. На самом деле важно. Понимаете? Такая история. Дальше идем. А следующий момент. Значит, новых еще не приняли. Мол, в зависимости от причин увольнения, да, в зависимости от того, что послужило основанием для увольнения, в зависимости от этого, компания выстраивает свою, ну, значит, деятельность, да, свою стратегию, значит, поведения, вот. И опять же, в зависимости от того, почему уволились люди, да, в зависимости от этого компания выстраивает отношения с другими, ну, сотрудниками, то есть с вами, например, да, с вами, вот. Это тоже важный момент, потому что, значит, если сотрудники уволились по, например, добровольным причинам, то в интересах, значит, в интересах, допустим, компании, да, в которой вы работаете, вас удержать. Но для того, чтобы вас удержать, понятно, что нужны, ну, как бы, условия, да, нужны хорошие условия для вас, вот. А не похоже, чтобы кто-то пытался вам эти условия, ну, создать. И здесь появляется вопрос, а насколько вы ставите себя на рабочем месте, ну, адекватно, да, то есть насколько вы цените себя, значит, на рабочем месте, вот. Как вы себя воспринимаете, находясь вот на рабочем месте, насколько вы можете, умеете, защищаете, да, свои права, находясь на рабочем месте. Знаете? Вот. То есть, грубо говоря, на каком счету вы вы у работодателя. Вот. То, что вы стараетесь, то, что вы стараетесь, значит, ну, делать свою работу хорошо, это понятно. Но ведь главное не это. Главное это другое, да? Понимаете, о чем идет речь?
Дальше. Значит, работаем с утра до вечера. Допустим, вечера на выходные берем работу на дом, все выходные работаем дома. Здесь история такая. Все зависит напрямую, да, от договора. То есть, условия трудового договора. То есть, грубо говоря, насколько работодатель, да, вот, имеет право так, значит, себя вести, вот, с вами. Насколько работодатель имеет право, ну вот, ставить вас в такие рамки, в такие условия. Вот. Это важный момент, потому что если работодатель действует неправомерно, да, то есть мы сейчас говорим скорее именно о, понятно, да, о законодательстве, мы сейчас говорим скорее о правах, правовой составляющей, вот. Если работодатель, значит, ну, не имеет права так себя вести, то вам нужно, соответственно, свои права защищать. Если вы их не защищаете, то работодатель, он так и будет продолжать. Вот. То есть, здесь нужно именно разобрать на каком основании вы делаете вот то, что делаете. Почему? И как обстоят дела с вашим вознаграждением за работу? За работу, за труд, вот, за время внеурочное. Получаете ли вы возмещение, компенсацию там и так далее, так далее, так далее. Дальше. Значит, работаем до дна, до позднего вечера. Это не ваша проблема. Понимаете? То, что уволили сотрудники. Это проблема компании. Не ваша. Это важно понимать, что проблема в данном случае не ваша. То есть, видите, нет четко разграниченной ответственности у вас, где заканчивается ваша ответственность и начинается ответственность, соответственно, других людей. Нет этого разграничения. А ведь вы сейчас, по сути, являетесь, ну, скажем так, спасателем своей фирмы, спасателем своего работодателя, что является, в принципе, неприемлемым. То есть, вы работаете до позднего вечера, почему? На выходные берете работу, почему? Еще все выходные дома работаем, почему? Это ваш выбор. Где здесь принуждение? Где здесь насилие? Где здесь несвобода? В чем конкретно проявляется несвобода? Да? Это я еще пока психологический аспект не затронул. Хотя здесь вот он уже появляется, да? Такая родительская установка идет, что я должна работать, я должна. Делать я должна быть, например, как все. То есть все, значит, ну, все, грубо говоря, берут работу на дом, да, и я тоже. Все работают допоздна, и я работаю допоздна.
Потому что должна. От этого ничего уже не радует, стало раздражительно, только работа и работа, уже перестала улыбаться, понимать шутки, один минут не успею, наругает, уволю. А с какой стати вас должны ругать, с какой стати вы должны успевать, и с какой стати вас должны уволить? За что, если вы работаете, по сути, за, ну, в общей сложности, за троих, как я понял, вот. Откуда здесь это чувство вины? Откуда здесь это заведомо такая проигрышная, уязвимая позиция? Подскажите, как не поддаваться этому унынию и не погрязнуть в пессимизме и унынии? Для этого необходимо перестать действовать себе во вред и разграничить ответственность. За что отвечаю я, за что отвечают другие, как я отношусь к своему труду, как я его воспринимаю, насколько я его ценю, вот на это все нужно обратить внимание, самое пристальное. Просто привыкла работать хорошо, если не ладится, сама не удовлетворена работой, уже не радует ничего. А вот здесь у вас перфекционизм. Стремление к совершенству, к идеалу. То есть это некий такой драйвер, установка. Я должна быть лучше всех, или я должна сделать все идеально. То есть тот факт, что вы делаете работу для того, чтобы сделать ее хорошо, и ориентируетесь только на результат, но не на процесс, свидетельствует о том, что вы, скорее всего, не на своем месте или на своем, но обращайте внимание совсем не на то. Перфекционизм появляется из страха ошибки и из внутреннего обесценивания себя. Вот. И, соответственно, эти моменты нужно корректировать. Грубо говоря, откуда появилось обесценивание? На чем она основана? Обесценивание. Значит, почему я не удовлетворена работой, если она выполнена нехорошо? Я не уверена в себе, ну, если работа выполнена нехорошо, но не из-за меня, то есть, ну, не по независящим от меня обстоятельствам. Она выполнена, точнее, почему я не удовлетворена? Если не уверена в себе, это одно. Если, например, эгоизм, то я считаю, что все мои удачи, все мои радости, все мои успехи зависят только от меня. Это другое. Но это разная проблематика, и с ней нужно работать по-разному. Понимаете? Ну вот. Вот вы пишете, что трудно все делать хорошо, так и не надо все делать хорошо. Вы не можете все делать хорошо. То есть у вас есть жизненная установка, что я должна быть лучше. Я должна все делать идеально. Это перфекционизм. Я думаю, что вот с этого момента, ну, и вам нужно начинать индивидуальные консультации с психологом, чтобы отказываться от этого, чтобы давать себе право на ошибку, чтобы адекватнее воспринимать ошибки, чтобы принимать себя до конца, свою человеческую природу. А вместе с этим и несовершенность, и возможность ошибки, но в то же время возможность и роста. Сразу тот, кто не ошибается, тот не растет никогда. Вот, значит, и, соответственно, вот ваш пессимизм, да, раздражительность, это связано с тем, что свои-то же желания вы не удовлетворяете, о себе-то вы не заботитесь, о себе-то вы не думаете,
Вот вам ваше подсознание и сознание, а также тело намекает, что о нас-то подумай, о нас-то вспомни, про нас-то ты что, забыл совсем, понимаете? Вот. Но подобное подчинение, понимаете, оно может связано быть с переносом, когда вы, например, на фирму, да, допустим, ну, вот, на фирму, где вы работаете, переносите свои взаимоотношения с родителями, например. Ну, может быть, даже с кем-то одним. Либо это связано с перфекционизмом. То есть, вы все время пытаетесь доказать себе, что вы хороший, что вы идеальный, то вот, это называется, знаете, как, после того, как сценарий, есть такой жизненный сценарий, после того, как, вот, то есть, я сделаю все хорошо, да, если я сделаю все хорошо, я могу отдохнуть, если я сделаю все хорошо. И я не могу отдыхать, если я сделаю все плохо, ну, все не очень хорошо. Это отнимает очень много сил. Поэтому, значит, ваш такой спад активности связан еще и с этим. Слишком много сил уходит на то, чтобы возросший объем работы сделать хорошо. И самое интересное здесь то, что вы хотите это сделать хорошо, что вы переживаете по поводу того, что этот объем хорошо сделать не получается. Вот это неспроста. От этого нужно отказываться. Но не просто отказываться, да, так сказать, все это, я не буду это делать, нет. А грамотно разрешить себе удовлетворить те потребности, которые скрываются за этим. За этим поведением скрываются ваши собственные потребности, ваши собственные желания, которые вы удовлетворяете вот так. Таким деструктивным способом. Таким дорогим для себя способом. Все это можно изменить. Вот. Поэтому сейчас, если говорить о том, что вам делать сейчас, то я бы рекомендовал сделать следующее. Четко обозначить работодателю стоимость ваших переработок. Четко сказать, что переработки, значит, зависят исключительно от вас. То есть вы можете их делать, можете нет. Это не обязанность ваша. И перерабатывать, значит, только настолько, насколько отсутствует вред вам. Отдельно выделить, что вот вы пишете, что не успею, наругают, уволят. Это жертвенная детская позиция. Наругают, уволят. Не успею. Возможно, это страх оценки. То есть стыд. Ну а стыд это непринятие себя. Да. Это тоже отдельно нужно обсуждать. А пока вот так. То есть вот тут. Пока вы сами свое поведение не измените, пока вы сами свое отношение не поменяете к ситуации, да, к себе самой, и пока не скажете нет, я не буду. Вот. Ситуация будет так, такой. Но опять же, здесь нужно понимать, что вы не просто так в этой ситуации оказались.
вы оказались в ней, потому что вам она чем-то выгодна. Несмотря на негатив, несмотря на усталость, вам эта ситуация все равно чем-то выгодна. Вот подумайте, чем она вам выгодна, что она вам дает, какие чувства позитивные. Понятно, что есть негативные чувства, есть неудовлетворенность, вот это все, это понятно. А выгода какая? Потому что выгода будет удерживать вас в этой позиции, не давая, пока вы ее не увидите, из нее выйти. Потому что желания-то есть, они же удовлетворяются худо-бедно. И выходя из ситуации, вы, естественно, удовлетворение своих желаний остановится. Вот. И остановка удовлетворения своих желаний всегда вызывает что? Тревогу, там, страх и так далее. Вот так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.